Волшебный. На 2,5 балла они отстали от Кавагучи и Смирнова. Ну и следующая пара на льду — это Кристина Астахова и Максим Курдюков. Как будто успокаивает партнерша своего напарника после того, как ошибся в параллельном прыжке. Может быть, из-за этого, может быть, просто за что-то его благодарит в результате каких-то их совместных действий. Но ошибочек, конечно, набежало, это факт. Смотрит на то место, на котором, собственно, это падение произошло. Максим и Кристина, ученики Сергея Доброскокова. Хореограф Дмитрий Степанчиков. В этом году новые соединения. Раньше катались с другими партнерами. Высокий выброс получился. Больше высокий, чем пролетный, хотя и достаточно высокий. Это, что называется, вообще ни с того ни с сего произошло. Сколько ни повторяй, в жизни не поймешь. Ну, а до этого еще был
была неудача на тройном сальхове. В вращении были кое-какие расхождения. Что же ты? Не расстраивайся, сказала она ему, наверное. Но они отобрались на этот турнир благодаря удачному участию в Кубке России. Ну вот. Сейчас получат за падение набор штрафов. Ну и, конечно же, поправку в оценках. Тоже, что называется, первый сезон вместе. Все это непросто. 26 ровно, 25 ровно. 2 балла штрафа и 49 баллов ровно. Впервые вижу, чтобы за все были